Шестая форма, кто не знает, это последние два класса. Привет, мальчики и девочки. Все хорошо? Видите? Периодическая таблица. Зачеркнуть. Это таблица Менделеева. Ребят, кто смотрит это видео, кто согласен со мной, то что это Менделеева таблица, а не периодик таблица какая-то, поставьте лайк. Друзья, добро пожаловать в Bournemouth Collegiate School. Welcome to the school. Могу я вас также представить? Конечно. Мария, заместитель директора. Да, я заместитель директора школы, и я ответственна за управление школой на повседневной основе. Очень важная персона в школе. Вы говорите по-русски? К сожалению, нет, и я смущена по этому поводу. Здравствуйте, hello. I'm fluent. Директор кричит из своего кабинета, то, что на русском уже хорошо разговаривает. Окей. Вы нам все тут покажете? Совершенно верно. Это главный холл школы. Да, здесь зона главного входа. Очень традиционное и историческое место. Эти белые доски непростые. Мы их везде заменили на смартборды. Они работают с компьютерами Apple и iPad'ами. Если я работаю в этом кабинете, то я могу отразить свою работу на экране. У учителей есть свои ноутбуки и iPad'ы, и они демонстрируют все с компьютера на экране. Каждый ученик может сделать то же самое. Если учитель хочет посмотреть твою работу, то он попросит отобразить ее на экране. Продемонстрировать экран. Или я могу зайти в твой iPad, проверить, что ты делаешь, и отобразить это на экране. Ну, и также мы не используем эти доски только как смартборд. На них можно и писать, и демонстрировать экран. Это маленькое отличие, но так гораздо удобнее. Видите? Периодическая таблица. Зачеркнуть. Да, это таблица Менделеева. Ребят, кто смотрит это видео, кто согласен со мной, то что это Менделеева таблица, а не периодик таблица какая-то, поставьте лайк. Голосование. Да. Right, right. Я не считаю, что это какая-то периодик таблица. Непорядок. На турах по школам я всегда подкалываю английских учителей по химии по этой теме. Наша таблица Менделеева в Англии называется periodic table. Ну, непорядок же. Вот я и спрашиваю английских преподавателей по химии в разных британских школах, как такое могло произойти. На нашем YouTube-канале вы найдете еще сотни подобных видео, видеоэкскурсий по школам и колледжам в Англии. Кстати, в этом выпуске мы только гуляем по кампусу, но есть и отдельные выпуски, посвященные арт-департаменту, очень сильное отделение при школе, так же, как и департамент театрального искусства. Еще в отдельных видео можно будет оценить условия проживания в общежитиях при школе и даже познакомиться с наставниками школы, а также узнать, какие есть в школе Bournemouth Collegiate School спортивные академии. Все ссылки, необходимые ссылки, будут в описании под видео. This is a sixth form center. Шестая форма, кто не знает, это последние два класса. Это E12, E13, 12-13 год по британской системе образования, 16 лет плюс. Это общее пространство. Можно зайти? Дети приходят сюда поучиться. Это очень важное место. Рад встрече. А насколько большая шестая форма в школе? 100 студентов на 12 и 13 году обучения. Это достаточно много. Достаточно много для создания атмосферы школы, но не слишком много для того, чтобы студентам не хватало внимания. А какие национальности? Совершенно разные. Думаю, в шестой форме сейчас около 16 различных национальностей. Да, очень разнообразные. Около четверти школы учатся на пансионе. И три четверти – это местные студенты. Поэтому в шестой форме очень хорошее смешение национальностей. Очень рад знакомству. И я тоже. Прекрасное платье. Спасибо.
Привет, мальчики и девочки. Все хорошо? У вас перерыв? Да, 15 минут. Ага, 15-минутный перерыв. А во сколько заканчивается учебный день? В 3:40. 3:40. Как вам онлайн-обучение? Да, в целом нормально. У этих ребят самое выгодное положение, потому что в это время они находятся в школе. Да, это маленькое, но общество. Мои дети сидят дома. Это домашнее обучение, ничего хорошего, поэтому вам очень повезло. 2 студента на пансионе, а все остальные нет. Так, читаем по буквам. Chemistry. Это буквосочетание CH, да? Ну, читается. H – это глухая H. Это chemistry. Вот вам, да, вот вам урок английского языка. No, yes. Это лаборатория. Исходная, традиционная лаборатория. Биология, химия. Есть еще одна для физики и еще одна для биологии. И в более новом корпусе у нас есть еще физическая лаборатория. Колбочки. К медицинским программам, да? Отдельную подготовку к медицине, к ветеринарии, то есть ко всему, связанное с такими biomedical science. Biomedical science. Да, поэтому те студенты, которые прям хотят на такую программу целенаправленно, мы их готовим особенно. То есть у них будет плюс несколько часов в неделю именно подготовки и так далее. Отлично, да, потому что там даже сдают специальные экзамены. Да, то есть нужно, мы смотрим, какие экзамены нужно давать студентам, плюс, например, студентам нужно делать волонтерскую работу обязательно, если, например, да, то есть мы занимаемся как раз подготовкой к экзаменам, подбором волонтерской программы, подготовкой к интервью. Вообще поступить на медицинские или околомедицинские специальности в британские университеты совсем непросто. Просто хорошо знать химию и биологию недостаточно. Кстати, профориентация молодых людей, помощь с правильным выбором предметов с учетом будущей уже профориентации – это также область моей специализации. Бывает, что правильный выбор предметов в старших классах по британской системе даже важнее правильного выбора школы. Не переживайте, мы, Мариади, поможем вам решить все эти задачи. А пока смотрим дальше. И вот так директор школы выходит. Такой потянулся. О, день начался. Ну, отлично, я бы тоже не отказался так утром выходить. Цветочки. Супер. А вот оттуда, как бы, там же бординг у нас. Ага. Там тоже проснулся. Мне не очень нравится высота, но здесь комфортно. Надо закричать: «Привет, Борнмут!» А если посмотреть туда, то можно увидеть побережье. Если день ясный, то можно увидеть и Old Harry Rocks. А с той стороны, за деревьями, можно увидеть пляж. Рассел, Мария, спасибо вам большое. Экскурсия заняла у нас 1.5 часа. Спасибо вам за то, что провели со мной столько времени. Теперь я вижу, что если мы отправим своих студентов в вашу школу, то они будут в хороших руках. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваш лайк под видео. Звоните, пишите нам, мы в Мариади всегда на связи. Всегда рады новым знакомствам и возможности оказать профессиональную помощь своим клиентам с выбором и поступлением. Поступлением в британские школы. До встречи на вашей уже первой консультации. Пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интересней и эффективней.